Мониторинг уровня цен на нефтепродукты ведется в Ульяновской области уже много лет. Но сейчас внимание аналитиков к ситуации на рынке автотоплива приковано как никогда. Цены на бензин в конце мая в России резко подскочили. Так, стоимость 92-го бензина прибавила 90 копеек и достигла 42,2 рубля за литр. Цена 95-го увеличилась на 88 копеек и тем самым выросла до 40,5 рубля. Накануне на одной из ульяновских заправок состоялся очередной выезд специальной комиссии. На встрече присутствовали представители нефтяных компаний региона. Цены за последнюю неделю остановились и прекратили свой рост в основной массе. Немного тяжелее стоит ситуация у региональных компаний, потому что цены пока начинают стабилизироваться на биржах, но еще не полностью выровнялись. Таким образом, можно сказать, уже и можно ожидать, что в ближайшем месяце цены останутся на данном уровне. Сейчас правительство страны рассматривает всевозможные варианты налоговых маневров. В целом, по состоянию на начало июня, по данным Ульяновскстата, в нашем регионе зафиксированы одни из самых низких тарифов за бензин в Приволжском федеральном округе. 10 июня представители компании областного министерства развития конкуренции и экономики встретятся за круглым столом с Сергеем Морозовым. Обсудят меры поддержки и дальнейшие действия по сдерживанию цен на бензин. Рената Алиулова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.